Итак, я выиграл к лунному Новому году. Ура! Забираем значок. И как же я выиграл? Сейчас я расскажу. Для начала, для вот этого богатого западни нужно взять Эль Приму. С этой пассивкой, вот этим гаджетом и снаряжением. То есть нужно взять, первое снаряжение нужно взять на силу, а второе на защиту. У всех браверов, когда выигрывать, у всех должны быть такие. Потом нужно взять Пайпер. Нужно взять не Пайпер, а... Это на второе испытание. На второе испытание нужно взять на силу. Нужно взять вот этот вот гаджет, вот эту пассивку, снаряжение все тоже, то есть урон и защита. Это на кремовый тон. И плавающий феникс, тут уже нужно брать этого. Тут можно брать или Пайпер, или Грома. Но лучше всего брать Грома. Гром много сильнее здесь. Ну, большое поздравляю. Ну, а я сейчас выполню. Уи! Что у меня получилось. То есть, кому нужно советую эту тактику? То есть сначала берем Эль Приму, потом 8 лета, а потом уже или Пайпер, или Грома, но лучше советую. О, кстати, я забыл, то, что я этот гаджет купил еще. Здесь, короче, заработок вот. Вот столько звездных очков, это очень много, но я бы хотел купить. Но не хватает очков. А сколько он сейчас стоит? 50 тысяч. Не-не-не, спасибо. Ну, вот как. То есть вы теперь поняли, как нужно побеждать здесь. Ну, как, каких бойцов нужно брать, чтобы выиграть? Да, еще забыл напомнить.